Какие знаки зодиака не могут жить без технологий? Вы один из тех техноманьяков, кто в магазине всегда первый в очереди за новенькой версией какого-либо гаджета. Вы безотрывно залипаете в смартфон, ноутбук или планшет? И если это так, то вы явно один из 5 зодиакальных знаков, которые безумно любят технологии. Кстати, это не значит, что вы спите с телефоном в руке. Такая зависимость не всегда ассоциируется только с физическим предметом. Если вы проводите чересчур много времени в сети, это тоже считается технозависимостью. В результате вы оказываетесь отключенным от мира. Вы все меньше общаетесь с людьми в реальности, можете не покидать свой дом сутками, становитесь замкнутым и антисоциальным. Овен. Овны очень любят технологии и всевозможные новинки. Поскольку у любого овна масса энергии, он попытается использовать свои гаджеты для многозадачности. Что, к слову, не всегда хорошо срабатывает. Например, вождение и одновременный поиск информации в интернете – это крайне опасный вариант. Овны постоянно онлайн и очень активно используют свои компьютеры, телефоны, планшеты. Этот знак настолько обожает технологии, что задействует их почти как лекарство от раздражителей внешнего мира. Близнецы. Близнецы высоко ценят новейшие устройства и современные технологии, но больше всего они зациклены на интернете. Они способны полностью потерять ощущение времени, когда погружаются во всемирную паутину и бродят по самым разнообразным сайтам. Иногда близнецы даже не замечают, что они пропускают прием пищи, хотят пить или даже нуждаются в принятии душа. Если люди этого знака находятся в ситуации, когда их телефон отключен и у них нет доступа к сети, то они испытывают самую настоящую ломку. Скорпион. Скорпионы склонны к зависимости. Если их заинтересуют технологии, то они полностью втянутся в эту сферу. Скорпионы способны даже отказаться от социальной жизни. Изоляция может быть результатом многих часов, проведенных в сети, или же как следствие постоянного изучения возможностей своих гаджетов. Для восприимчивых и чувствительных скорпионов технологии кажутся более безопасными, нежели реальность. Они предпочитают прятаться за своим виртуальным аватаром и говорить то, что думают. Стрелец. Любое трендовое и модное приложение сразу же завладеет вниманием стрельца. Представители этого знака зодиака всячески приветствуют новинки. Им нравится ощущение, что они находятся в первых рядах, особенно когда речь заходит о современных технологиях. Стрельцы любят бродить по миру, и они запечатлевают собственные приключения с помощью гаджетов. Они пользуются приложениями для бронирования хостелов и гостиниц, знакомства с новыми людьми, обнаружения достопримечательностей и получения максимума необходимой информации. Стрельцы зависят от всевозможных устройств, чтобы постоянно фиксировать свои впечатления. Водолей. Водолеи безумно любят технологии и жить без них не могут. Они помешаны на продвинутых гаджетах, всегда изучают все новинки и не могут дождаться, чтобы заполучить какую-либо свежайшую версию. Возможно, вы и сами знакомы хотя бы с одним водолеем, который способен самостоятельно собрать компьютер практически из ничего. Людям этого знака неимоверно трудно обходиться без всех этих устройств. Да, водолеи любят выходы на природу, походы и пикники. Но только не лишайте их интернета, видеоигрушек, ноутбука и смартфона. Иначе им будет ужасно дискомфортно. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.